Приветствую всех подписчиков и гостей игрового канала Good Boy. С вами Слепцов Александр, и сегодня я хочу сыграть еще в одну игру от Disney на этот раз, онлайн-браузерную. Снова я на этом сайте Disney.ru Games Online. Мы тут уже пробовали несколько игр, как вы помните. Это была Атака пиратов, Русалочка. Атака пиратов была ничего, Русалочка немного скучновата, на мой взгляд. Ну да ладно. Как говорится, на халяву уксус сладкий. Сегодня я решил попробовать маленькие пушистые облака. Потому что увидел тут крошку Ру из мультика про Винни-Пуха. У меня с ним связаны приятные воспоминания с этим мультфильмом. А сериалом так себе. Вот, в общем, я открыл его. Давайте узнаем, как играть. Маленькие пушистые облака. Помоги Ру найти в облаках силуэты друзей из волшебного леса. Кликни на силуэт на стволе дерева, когда увидишь облако, похожее на него. Ну, довольно просто это напоминает игры, знаете, поиск предметов. Возможно, это оно и есть. Проблема в том, что звука я не слышу. Хоть он тут есть, можно включить, выключить. Я увидел этого тигру только что. Да, теоретически звук тут должен быть, но я его не очень понимаю. О, это вот это похоже на ослика. Только где он тут? Наверное, вот он. Ага, вот это явно слонопотам или слонотоп, как тут написано. Интересно, тут можно на паузу поставить? Ну ладно. Попробуем так. Вот это что-то непонятное. Я пытаюсь понять, но нет, не очень понимаю, что это такое. Может быть тут, а? Вот это похоже на пятачка, да? Он есть. Крошка Ру вроде вообще никак не реагирует. Еще у нас должна быть Кенга, Винни и сам Ру. Так, вот это похоже на Кенгу. Вот оно. Нет, он немножко реагирует глазиками. Ну, моргает. Так, это кто такой? А кто тут? Ру, наверное, да? Это он. Так, кто тут еще? А вот это, ну, наверное, единственный, кто остался, Винни-Пух. Отлично. Ну и ну, это было весело. Спасибо. Вот такая вот, видимо, коротенькая игра. За 3 минуты и 11 секунд я ее прошел, даже быстрее, потому что я там еще просто болтал вначале. Поскольку так быстро все было, я решил, давайте попробуем что-нибудь еще. Вот, например, «Холодное сердце. Снежный бой». Неохота делать маленький ролик на 3 минуты. Хотя, может быть, и есть в этом смысл, не знаю. Как вы думаете? Так, сейчас будет реклама. Новинки Лего Сити. Исследователи обнаружили кристаллы вулканических камня. Береги! Я пропустил рекламу. И теперь вот тут вот видите написано «Холодное сердце» уже в кино. Видимо, уже эта игра должна была подкрепить, ну, поддержать выход этого «Холодного сердца», этого мультфильма. Поэтому то, ну, ее, наверное, сделали, чтобы поддержать это самое кино, этот самый мультфильм. Сейчас бы эту надпись уже можно было бы снять, причем тут уже в кино. Ну да ладно. «Снежный бой». Нажимаем на старт. И... Ух ты, ну наконец-то хоть звук, хоть в этой игре есть звук. Так. Еще раз, наверное, на старт, да? Используй прицел для точных бросков. Нажимай, чтобы бросить снежок или чтобы отразить снежки Олафа, когда они будут лететь в тебя. Тут у нас шкала силы. Давайте попробуем. Я вроде... Хороший блок написан. Тут надо
С упреждением. Ой, стрелять. Я попал ему по голове и головы не стал. Прикольно. Слишком поздно. Отличный бросок. Классно. А, это типа жизни он. Тут надо с упреждением стрелять. Интересно, тут только с Олафом деремся. Или кто-нибудь еще будет среди наших противников? Слишком поздно. Пока он стоит на месте, можно у него бросать. Пока не очухался. Ну, большую часть жизни я у него уже отобрал. Все равно написано, что слишком поздно, хотя 10 раз успел бросить. Слишком поздно. Готово. Мы разбили Олафа. Ты выиграл за 2 минуты 1 секунду. Пригласи друзей, может они примут твой вызов или смогут улучшить твое время. Окей, хорошая идея, наверное. Вот я вас приглашаю, наверное, да? Сможете ли выиграть быстрее, чем за 2 минуты? Наверное, да. Ну ладно. Тут можно типа продолжать, но я не хочу. Типа мы посмотрели, и, ну, второй раз уже не обязательно играть. Спасибо и за один раз. Вот, и наш ролик пока только 7 минут с половиной прошло. Ну, набрал. Я вот думаю, давайте еще в чем-нибудь поиграем. Например, вот про Микки Мауса что-нибудь. Кликнул по Микки Маусу и ничего не происходит. Может быть, так надо? А, нет, что-то происходит. Что-то непонятно. Давайте попробуем Золушка, Золушка полуночный побег. Так просто я прям сейчас так решил. Давайте ее попробуем. Да. Лена, придумали отличный... Снова реклама. Я пропустил рекламу, потому что вам, наверное, не очень хочется ее смотреть в середине ролика. Ух ты. А тут у нас музыка заиграла. Полуночный побег. Золушка покидает королевский бал, чтобы умчаться в своей карете, пока волшебные чары не рассеялись. Кстати, я смотрел этот мультик, не мультик, это фильм. И он мне довольно понравился. На мой взгляд, он довольно красивый. Этот фильм. Обгони королевских стражников, обижай препятствия и успей вернуться домой до полуночи. Зачем нам обгонять стражников, как будто бы они какой-то вред хотят ей причинить, да? Теоретически, даже если бы эти стражники ее догнали, наверное, ничего страшного бы не сделали. Доставь карету с Золушкой домой до полуночи. Сюжетный режим. И есть бесконечный режим. Как далеко ты учишься, прежде чем рассеются волшебные чары? Я лучше сюжетный попробую. Карета. Ага, можно выбрать карету. Есть обычная, да? Есть серебряная, но чтобы ее разблокировать, надо проехать 1000 метров. Есть еще карета тыква, но для нее разблокировки надо 5 километров проехать. И вот 3 вида таких. Ну, давайте первую, раз другие недоступны. Вернись домой, прежде чем часы пробьют полночь. Ну, это я уже понял. Обижай препятствия. Используй клавиши со стрелками, чтобы сместиться вправо-влево и продолжить движение. Хорошо. Нажми пробел, чтобы перепрыгнуть препятствием. Набери больше очков, поверни время вспять. По пути собирай бонусы.
Понятненько. Значит, тут влево, вправо и пробел. 3, 2, 1, вперед. Так есть, давай. Значит, на месте стоит. Твоя карета превратилась в тыкву. Результат 30 метров. Я чуть не понимаю, там как-то газовать что ли надо еще. То есть она так-то просто стоит на месте. Я понял, надо нажимать вправо или влево. Я понял, что я все ближе. Ой! Тут газа нету, и сама по себе она не бежит. Ух ты! Я прошел 430 метров. Хм, тоже лучше, чем в первый раз. И еще хочу сказать, что, как я понял, играть в эту игру надо нажимать либо влево, либо вправо. И это как бы ее шажочек получается. Один шаг вперед. И еще пробел. Вот. Такое вот необычное управление немножко. Вот сейчас я, например, нажимаю вправо, 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 влево, влево, вправо, влево, влево, вправо, лево, лево, вправо. Ну вы поняли, короче, суть. Я все ближе. Ну да, хорошо. А постепенно карета превращается. Ну, тыкву. Вот в чем проблема, когда мы натыкаемся на препятствие. Когда мы натыкаемся на препятствие, время как бы быстро падает. Короче, что думаю, давайте попробуем полный экран. Так же круче. Почему я сразу не догадался? Так. Золушка, мы тебе поможем. В принципе, прикольная игрушка. Возможно, из этих трех игрушек, что я сейчас попробовал, это нравится мне больше всех. Может быть, потому что тут лучше всего музыкальное сопровождение. Уже на полпути. Здорово. Значит, нам надо пройти 1600 метров, если 800 это было полпути. Почти добралась, написано. Блин. Почти добрались. Мне бы хотелось все-таки пройти эту игру. Так что я пробую пробовать еще раз. Попробую еще раз. Раз она такая короткая, почему бы не пройти ее прямо сейчас? Вроде не особо сложная. Дополнительное достижение мое за этот день. Прошел игрушку, день прожит не зря. Это была ошибка. Надеюсь, одну ошибку нам все-таки простят.
тебя получилось. Ух, у меня получилось. У тебя получилось. Прежде чем часы пробьют 12. Мы молодцы. Или я молодец. Ура. Ну, на это пока все, пожалуй. Надеюсь, вам тоже было интересно, так же, как и мне. Мне было интересно. Особенно из этих трех игр больше всего понравилась Золушка. Может быть, потому что она самая атмосферная была. Тут такая музыка такая интересная, эпическая прямо. Создает настроение. А в других играх, ну так, простецки все было. Ну это пока все, как я уже сказал. Спасибо всем за внимание и до новых встреч. Пока-пока.